Дикую лису заметили в районе города Шилка Забайкальского края. Животное забралось на стену, чем привлекло внимание проезжающих мимо водителей. На видео, сделанном очевидцем, он пытается позвать лису с помощью свиста, чтобы она повернулась к камере. Известно, что недалеко от места бродила собака. Эксперты уточнили, что в зимнее время такая ситуация нормальна. Животным не хватает пищи и приходится больше двигаться. Кроме того, лисичку на стену могли загнать другие звери.